Привет всем! Видеопрограмма «Матчпоинт» и Федерация настольного тенниса России начинают серию репортажей из Гданьска, чемпионата Европы по настольному теннису. Сегодня 7 октября 2011 года, день заезда спортсменов, и уже завтра начинаются игры командного чемпионата. Вот вы видите красавицу-арену «Эрго-арена». Совершенно потрясающее здание. Сооружение. И сейчас мы попробуем посмотреть, что же там внутри происходит. Здесь средоточие команд. Сегодня, я еще раз повторюсь, день приезда. Идет регистрация, аккредитация игроков. Постоянно приезжают и уезжают участники. Очень много знакомых лиц. Греческая команда. Ну вот очень много знакомых лиц, и сейчас мы видим легенду мирового настольного тенниса Зоран Приморац. Зоран, привет. Очень приятно видеть тебя. Как настроение, как жизнь? Все хорошо. Мне мало спина болела заднюю неделю, а сейчас лучше, и я думаю, это будет хороший европейский чемпионат. Да. Зоран, а какой чемпионат для тебя это Европа уже по счету? Я не знаю. Я начинал года 86 в Прагу. 86-й в Праге, 86, да? Да, сейчас не знаю, какое. Треба смотреть. Ты сбился со счета уже, да? Да. Зоран, и как сборная Хорватии себя чувствует? Как настроение? Какие планы? Я думаю, все хорошо. Мы хорошую тренировку сделали, и я думаю, будем хорошие играть. А какой результат будем получить, я не знаю. Да. Зоран, спасибо, удачи. Спасибо. Видите, очень много игроков. Пойдем дальше. И вот мы находимся внутри Эрго-арены. Это зал, где будет проходить чемпионат Европы. Сегодня 7 октября, день заезда. По расписанию играют, тренируются все сборные. Сейчас время тренировки российской команды. Вот вы видите, тренируются Оксана Фадеева и Светлана Ганина. Это Тиаго Аполлони из Португалии. Лицо фирмы Киттер. Алексей Смирнов, Федор Кузьмин. Разминаются. Игорь Рубцов и Кирилл Скачков. Ну, мы возлагаем большие надежды на мужскую команду нашу. На мой взгляд, как никогда. Плотный и ровный состав у нас, и мы имеем все основания ждать, скажем так, хорошего выступления нашей команды. Видел, как прыгнул?
знаменитая Никса Лям из Люксембурга, спортсменка, которая уже, ну, я бы назвал ее ветераншей, столько лет. Она поддерживает великолепную форму и показывает очень неплохие результаты. Видите, ракетка у нее с очень большой лопастью. Как мы видим, хорошее настроение у наших ребят. Дай бог. Доником, доником я играю. Только у тебя, только. Два, три. Доник барракуда, Кирилл? Да, и деревяшка. Доник мастер. Кирилл, хорошее настроение, это радует. Игорь, как всегда, собран. Таким образом, что каждый час приходят различные сборные. Вон вы видите Боян Топич, игрок, который сыграл, пожалуй, один из лучших матчей чемпионата мира против Малонги. Внимательно наблюдает. Португальская команда. Смотрите, Боян Топич разминается, перебрасывается разговорами с Федором Кузьминым. Then you are fresh and ready for everybody. All they are tired and you are coming. Ну и сейчас мы у стола, где разминаются Александр Шибаев и Вячеслав Буров. Мы возлагаем также большие надежды на Сашу Шибаева. Что ж, завтра начало, и мы уже будем наблюдать, кто в каком состоянии находится. Очень неплохой зал, я бы даже сказал, великолепный. Пока еще не все освещение включено. Вот вы видите центральный блок табло с флагами стран-участниц. Яна Носкова и Полина Михайлова.
Сейчас мы наблюдаем разминку шведской команды. Паргерел. Фредриксон. Неплохо, правда? Посмотрите. Это легенда мирового настольного тенниса Йорген Персон. До сих пор в строю и в великолепной форме. Ну давайте немножко понаблюдаем. Не могу себе отказать удовольствие. Заканчивается разминка российской команды. Постоянно появляются новые люди. Вот Андрей Дячина, хорват. Сейчас наступает время тренировок сборной Хорватии. Как можно на русском сказать, как я тебя учил, можно? Не доброе, хорошо. Ну что ж, закончилась разминка нашей команды. И сейчас я хотел бы задать вопросы старшему тренеру женской сборной России Ирине Владимировне Палиной. Ирина, ну, два слова о том, как девчонки готовы, как проходит подготовка. Все идет в плановом режиме, провели утреннюю тренировку, сейчас пойдем, как обычно, обедать, отдыхать, и вечером вечерняя тренировка такая короткая, потому что завтра уже в 11
важнейшая игра против Германии. Да. Вечером с Украиной. Все как рутинно, обычно, да. День приезда на чемпионат Европы. Ирин, как зал? Условия? Зал призывает очень приятно, очень красивый, большой. Да. Также и разминочный зал на 20 столов очень большой. Уютный, да, пока довольно уютный здесь. Условия поселения, еще ни разу не питались, да? Ну вот, кроме того, что вчера в гостинице, но вот в здании зала еще нет. Поэтому сейчас пойдем попробуем. Да. В принципе, пока все нормально. Зал находится близко, вернее, гостиница находится близко от зала, можно даже пройти пешком. Да, спасибо, Ирина, удачи. Спасибо. Спасибо. Это разминается испанская команда. Вот. Альфредо Карнерос. Очень такой элегантный спортсмен. Никсалян. Очень общительная, надо сказать, и буквально со всеми успевает поделиться мнением. Великолепное настроение. Посмотрите, это, конечно, достойно того, чтобы быть запечатлено. Мистер Хуанито. Хеживен. Ветеран, которому, как говорится, годы ни по чем. Мне кажется, он лет до 70 будет играть и находиться в сотке мира. Глядя на него, на его игру, это не кажется чем-то таким невыполнимым. Смотрите сами. Сейчас очень многие стали сопровождать свои разминки, скажем так, звуковым сопровождением. Видимо, это помогает. Ну и началась разминка португальской команды. Маркос Фрейташ. Тиаго Аполлонио. Это разминка сборной Хорватии. Видите, массажист хорватской команды помогает привести мышцы в порядок Руй Вутану. Это Андрей Филимон, Ромен,
say. Упражнение на перекрут силовой. Ну, вот отсюда видно зал кейтеринга. Это где питаются спортсмены. Что-то похоже на логотип Butterfly. Сейчас мы наблюдаем разминку французской команды. Видите, душа команды Кристоф Легу, Адриан Матане. Упражнение со скакалками под руководством тренера сборной. Маркос Фрейташ отрабатывает подачи с БКМ. Короче, еще короче. Сборная Хорватии. Вот он, мистер Мейс, собственной персоной. Как видим, практически восстановился после тяжелой травмы. Как мы знаем, была серьезная травма ноги. Сейчас Майкл выступает из-за ГУМКа, как мы знаем. Ну и готов помочь сборной Дании выступить как следует. Продолжаем наблюдать за тренировкой французской команды. Смотрите. Очень серьезный подход у французов. Ну и как результат мы видим великолепное выступление юниорской команды.
Спасибо.